Работа Марата Атамбаева требует внимания 24 часа в сутки. За каждой продукцией строго следит сам и бережно к ним относится. Эти яблоки стоят в сушилке уже более 10 часов. Они уже высушились, и их надо упаковать. А эти уже готовы, их надо отделить от семян и упаковать. Канча даяр болуп калды? Сколько уже заготовили? Бүгүн кечке 1 тонна кылсак. Если до вечера подготовить 1 тонну, отправим все в сушилку. В маленькой комнате девушки моют и подготавливают фрукты к сушилке. Работники должны строго соблюдать все требования этого предприятия. Основное требование – это соблюдение санитарно-гигиенических норм. Девушки в день могут подготовить более 1 тонны фруктов для сушки. Мы здесь моем и чистим яблоки. График работы с 8 утра до 6 вечера. В день мы получаем от 500 до 600 сомов. Иногда бывает, получаем 500, а иногда 600 сом. А эту спецформу мы надеваем для соблюдения санитарно-гигиенических норм. А также мы соблюдаем чистоту. На данном предприятии сушится более 10 видов фруктов. Переработанная продукция упаковывается по современным стандартам и экспортируется. Амир упаковывает каждую продукцию в пластиковые пакеты. Тщательно проследив за объемом фруктов, надо упаковывать в пакеты. Продукция перед поступлением на продажу в обязательном порядке должна очиститься и высушиться. Каждый день выпускается 200 килограмм продукции. Это вакуумный аппарат. Он работает в автоматическом режиме. Продукт выпускаем по 200 килограмм. Амир уже наизусть знает объем каждого фрукта. Дизайном упаковки тоже занимается этот работник. Поэтому все упаковки должны быть одинакового веса. Алма, сөгүлган нөрүк. Мы упаковываем яблоки, сушеные абрикосы без косточек, груши, персики и чернослив. Так же, как и косточка от абрикоса. В данное время я упаковываю сушеную грушу. Эта продукция готова к экспорту после моей тщательной проверки. Бул продукция уже экспортка даяр. Акыркы этабында ушул менин колуман өтүп, анан экспортка кетет. Только 20% произведенной продукции попадает на местный рынок. У компании есть договоренность с несколькими супермаркетами. Каждый день сотрудники компании следят за продажей продукции в этих супермаркетах. Бул местный рынок. Азырак эле, 4-5 магазин эле берип атабыз азыр. Эми кийинки жылдан Кудай кааласа көбөйтөбүз деген ниетте турабыз азыр. Мы только 4-5 местным супермаркетам распространяем нашу продукцию. Планируем на следующий год увеличить партнеров. У нас около 10 разновидностей сушеных продуктов объемом свыше 15 тонн. 80% нашей продукции экспортируем в Россию. 80% эле ушул Россияга кетет. Кандай болот, биздин продукция жакшы өтөт, ооба? Да,
продукция жакшы. Здесь продается только качественно произведенная в Кыргызстане продукция. Натуральная продукция компании «Аржемиль», которым руководит Марат, нашла свое место в этом магазине. Сюда привозят 10 разновидностей сушеных фруктов от компании «Аржемиль». У нас всегда повышенный спрос на эту продукцию, потому что они производят экологически натуральный продукт. Дизайн упаковки и сама небольшая упаковка очень удобная и пользуется спросом у туристов. Мы теперь планируем тесно сотрудничать с ними, потому что спрос на эту продукцию повышенный. И туристов поравнан, и местных По словам директора Марата Атамбаева, в компании работает примерно 20 человек. В следующем году они планируют увеличить производство продукции и рабочие места соответственно. Для этого у него уже есть инвесторы, и материальная база тоже увеличена. В следующем году мы будем производить натуральные соки. Всю технику мы уже закупили за свой счет. Еще у нас есть линейное оборудование по производству фруктового пюре. В данное время мы еще не запустили линию. Планируем запустить на следующий год. Здесь работают круглые сутки, потому что этот небольшой цех по выпечке хлеба обслуживает ряд государственных учреждений. Всю ночь работник замешивает тесто, чтобы утром доставить горячий свежий хлеб. Мы поставляем хлеб детским садам, школам и военным частям города. Еще мы производим булочки. Мы выиграли государственный тендер на доставку хлеба в государственные учреждения. Рабочий день Марата Атамбаева заканчивается в 9-10 вечера, после того, как он удостоверится, все ли в порядке. Ажақшы, бақтыш, мен кеттім ондай.